Идея собрать первый свой синтезатор у меня возникла еще, наверное, в классе во втором. Лет, наверное, 7-8 мне было. Так как у меня папа играл в группе, вот, и в группе играл он на синтезаторах, и все эти синтезаторы и драм-машинки были самопальные. Но я любил на репетиции ходить не потому, что мне нравилось, как там все эти синтезаторы и все остальное. Мне нравилось то, что на студии стояло два стола, такие типа пар, лежали всякие куски именно от синтезаторов, драм-машин, гитарных примочек и так далее. Я загорелся. Я не умел ни играть, ни петь, не знал, зачем мне все это надо. Я загорелся собрать синтезатор.